Я призываю каждого из вас творить историю. Историю человека, который живет один раз. К сожалению, в этом мире есть место как для хорошего, так и для плохого. И несмотря на высокий левел нашего сознания, мы не понимаем очевидных вещей. У нас очень мало времени. Очень важно упорядочить мысли, поступательно и размеренно двигаться к своей цели. Но прежде нужно понять, какова цель. И наше оружие – это музыка. Концепция и настроение рождаются в процессе. Мы никогда не задаем темы. Это фристайл действий, особенный подход. Музыка не имеет жанров, не имеет границ. Она свободна и дарит свободу. В этом ее уникальность. Она не пишется разумом, она творится душой. Все, что тебя окружает, все, что ты видишь, каждый день воплощается в виде строк и куплетов. Если за твоей музыкой стоит душа, то ты уже победил.